target filled. Stop filled. Order filled. Stop filled. Order filled. Target filled. Target filled. Target filled. Stop fill. Order fill. Target fill. Target fill. Всем привет, друзья. Итак, логика лонга последнего, ну то есть дальнего вот этого, да, далекого. Почему до этого я брал короткие тейки, а в какой-то момент я стал ждать какой-то дальней, далекой цели. Но здесь есть ряд факторов, которые бы подсказывали о том, что это вероятное событие. На один из них, это тот, о котором я постоянно говорю в своих видео, это минимальные объемы старшего фрейма. И здесь на минутке мы с вами видим вот эти две голубые зоны обозначены, это минимальные объемы старшего фрейма. По целям то же самое, цели видны на старших фреймах. И мы сейчас посмотрим их. Возьмем объемный фрейм, глянем, что там было. Итак, мы видим объемный фрейм и смотрим, что было на нем. Я напоминаю вам, в пятницу вот эти уровни, которые у меня обозначены, это не просто уровни, а это уровень вот 68.82, на котором я закрывал лонг. И логика этого лонга, тоже есть видео на эту тему, да, вот он здесь, этот уровень. Поэтому, ну, уровень сам по себе, он этот интересен. Другое дело, что то, что нам отрисовала цена в пятницу, там цели чуть выше, там в районе 68.91-92. И я сейчас тоже покажу, почему именно там, а не где-то в другом месте. И это все хорошо видно именно на объемном. Итак, смотрите, вот видите, у меня эти две зоны помеченные, которые на минутке мы видим с вами, да, и пока нам ясности это не вносит. То есть этот фрейм нам не вносит ясности, почему именно здесь. То есть при первом взгляде такое ощущение, что от балды просто их отметили там и так далее. Но я сейчас вас разуверю в том, что это так. Это совсем не так. Но здесь хорошо видна цель. И вот видите, мы сейчас как раз к ней подходим, к этой цели. Та, которая была в этом лонге. Это 68.91. Вот она. Минимальный объем здесь у нас с вами. Вот, который этот уровень подтвердил. Мы в него бились много раз сверху. Потом мы нарисовали ложный этого уровня и типа рост наверх, после чего был провал и мощный пробой этого уровня, уход вниз, и теста снизу его еще не было. Поэтому мы сейчас только подходим к тесту этого уровня, и шорт еще оттуда там вероятен, вполне возможно. Другое дело, что я не стал ждать именно 68.92, а поставил на 4 тика лучше 68.88 вот сюда, и меня закрыли тик в тик. То есть там приличное количество контрактов было, по-моему, порядка 120, больше даже, было закрыто. Локально нарисовали минимальный объем, то есть уровень локальный. Вот, и здесь я закрылся. И вы видите, какой был откат. Откат был отсюда аж 10, 25, где-то порядка 26-27 тик. И, конечно, когда ты в моменте сидишь и видишь, что тебя до тейка не дошли 4 тика, и откат происходит с 27 тик, это очень бывает обидно, и ты глубоко сожалеешь о том, что ты не вышел при первом подходе.
Поэтому какие-то вот такие вещи я стараюсь тоже учитывать. Не всегда это, правда, получается, потому что вот в данном случае они меня закрыли тик в тик, да, а в другом случае могли там не дойти 7 тик, например, да, то есть это никогда не угадаешь. Единственный ориентир для вас при торговле — это минимальный объем старшего фрейма, то есть когда вы видите его появление, то в принципе на его пересечении, то есть на ложнике этого объема, нужно выходить. Руками даже можно выходить. Это то, что касается целей, вот, да, они хорошо видны, я думаю, тут железобетонное основание, почему именно эта цель была лонга, и логика здесь совершенно очевидна. А теперь вернемся к минимальным объемам точки входа. Вот видите, кстати говоря, пока мы с вами разговаривали, она отрабатывается, да? Теперь вернемся к точке входа. Точка входа была вот здесь, вот 68.42, по-моему, да? И именно в какой момент? В момент, когда у нас закрылся бар, и бар закрылся выше выброшенных объемов. Вот у нас с вами были объемы в баре, мы закрылись их выше, и на откате вот здесь я зашел. Вот это точка входа, да? Теперь мы берем 15-минутку, нам еще понадобится для того, чтобы внести полную ясность в данную логику. Итак, наша 15-минуточка. Вот, и здесь смотрим, да? И вот ответ на наши вопросы. Вот ответ на наши вопросы. То есть мы видим, зеленым обозначен уровень. Мы видим минимальные объемы. Один, второй. Отскоки от этих зон выше. С обновлением локальных вот здесь вот хаев. Локальных, да, вот этих вот перехайчики были. Потом просто более глубокий тест в эту зону. Выброс объемов кластерных в объемном фрейме. В 15 минутке здесь ничего не просматривается. Но мы здесь видим просто бар поглощения, да, в 15 минутке. То есть мы в объемном видим выброс объема и закрытие бара выше, да. А здесь мы видим вот бар поглощения. Вот он, смотрите, видите, зеленый. Вот у нас был максимальный объем в шортовом баре. Вот у нас уровень локальный здесь, да. И видите, что мы сделали. Мы ниже никуда не пошли, вот, мы просто перекрыли все вот эти объемы, их здесь много, вот этих вот максимальных объемов набросанных здесь, да, вот, их очень много здесь. Мы их перекрыли, закрываемся выше, на уровне закрываемся, и от этого уровня начинается движение вверх. Поэтому, друзья мои, вот все достаточно очевидно в данном случае. Единственное, когда два минимальных объема старшего фрейма рядом, то лучше ориентироваться на дальний. Ну или как минимум на середину между ними, то есть одну вторую между ними. Конечно, здесь могли бы по-другому совершенно отработать. Ну, например, что я имею в виду. То есть у нас уровень, вот этот вот минимальный объем, да, старшего фрейма. Вот он, так вот пометим, чтобы было понятно. Здесь у нас тоже уровень. И видите, как эти уровни отрабатывались. То есть я здесь ведь покупал тоже. Просто здесь цели были маленькие у меня. И, по-моему, вторую цель нигде не дали. Вот, но мы видим, да, вот пересечение, ложняк этого минимального объема, максимальный объем в баре, бар закрывается выше, то есть так называемая дырка, да, образуется. И на откате можно входить. Вот вам готовый паттерн. Бесплатно абсолютно на вход в сделку. Второй ряд минимального объема, то есть уровень, да, чуть-чуть дальний, мы здесь не дошли. Но здесь не дошли в данном случае, но на самом деле картинка могла быть такая же. Вот сюда мы ушли, да, потом вот так. Могли вот ниже сделать или выше сделать. Вот, потом пробить, тестануть и уйти. Вот. Вот так могли отработать. Могли отработать резким каким-то движением, вот таким вот, например, могли отработать и вот так пойти. Могло бы и такое быть. Могли отработать просто в касание. То есть вот сюда дали бы, потом вот так вот пошли и ушли. То есть здесь, ну, вариантов отработки несколько. Поэтому, конечно, нужно следить, посматривать, ну и там, что рисует меньший фрейм. Вот, ну и соответственно там согласовывать свои действия со всеми фреймами в купе, в совокупности. Только тогда, ну, можно как-то
уводить с рынка деньги. Уводить с рынка деньги. И видите, что получилось. Вот смотрите, какой откат у нас получился. Вот смотрите, как отработал четко уровень 68.92. Но чтобы мне 68.92 получить, мне нужно было пересидеть вот этот откат, который там, я не знаю, порядка 27 тик был, да? Вот, и видите, где отрисовался минимальный объем. Он подтвердил уровень на самом деле. Если быть внимательным, то вот смотрите, вот у нас уровень здесь, да, обозначенный минимальными объемами, подтвержденный. И мы этот уровень еще раз подтверждаем. Вот здесь есть какой-то локальный уровень. Мы рисуем ложняк этого уровня, перекрываем его, да, и уходим дальше выше. Ну, из-за этих 3-4 тик сидеть вот еще столько времени, да, то есть сколько здесь это все длилось, 16.45, а тест произошел 17.45, ну, час еще, да, понимаете, еще час сидеть из-за 3 тик, я думаю, оно не стоит того, гораздо спокойнее забрать его сразу и уже, так сказать, отдыхать, наслаждаться жизнью. Реально, я думаю, что вполне мы сегодня можем повыше сходить, хотя, может быть, и отсюда, но... Попытка будет, наверное, сходить куда-то пониже. Но я не думаю, что она увенчается. Я склонен думать о том, что мы будем выше куда-то. В район 69.07, вот, а то и вообще перехай пятничный. Скорее всего, вероятнее всего. Вот. Но на самом деле никто не может знать заранее, что будет. Да, это только прогноз. Вот. А цена сама покажет все в моменте. Так что, друзья мои, примерно вот так вот я слил вам просто, ну, реальный грааль, на самом деле, на наблюдение которого у меня ушло огромное количество времени и вычленение его глазом, да, из общей массы всяких вещей на графике. Поэтому, друзья мои, понравилось видео, и вы считаете его полезным, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк. Если считаете, что автор несет полную ахинею, ну, влепите дизлайк. Ну, то есть отреагируйте как-то, да, покажите свое... отношение к этому, вот, своими действиями. На сем благодарю всех за внимание, желаю всем удачи, всего самого доброго, успеха всем и процветания. Спасибо за внимание, пока.